Приветствую вас, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Mortal Spiritus. И сегодня видео будет посвящено любовной тематике, а именно возврат бывшего, бывшей, реабилитация, реанимация отношений. Оговорюсь сразу, что это видео будет лишь составным элементом данной тематики. Сегодня мы поговорим о важных обрядах и практиках, которые будут работать на вашу цель. Любая ритуальная практика, целью которой является внушение мыслей, действий, требует ослабления. Ослабление может совершаться совершенно любыми действиями, но проблема вся в том, что если сам человек выполняет тот или иной ритуал, не отделившись от партнера, ослабляет не только своего возлюбленного, но и самого себя. Естественно, минимизируя свои дальнейшие ритуальные воздействия. И первая практика, которую я вам дам, это будет отделение своего «я» от «я» своего партнера. Представьте своего возлюбленного очень ярко, максимально визуализируйте его образ перед собой. И после этого вспомните все то, что вы ему дали. Ваши вложения, эмоции, подарки, деньги, путешествия, но визуализируйте это не как предметы, а как некую энергию, часть вашей души, часть вашего «я». То есть это ни в коем случае не должна быть материя. Материя, трансформируемая в энергию, и никак иначе. Когда образ удался, потяните эту часть вас, часть вашей души, к себе. Почувствуйте, что вам вернулось все то, что вы дали человеку. Этот ваш кусочек души, часть ваших вложений вернулась к вам. Это практика 1. Ее нужно выполнять не единожды, а хотя бы в течение недели. Практика 2. Возврат боли. Снова закройте глаза, присядьте в удобную для вас позу. А лучше прилягте и закройте глаза, расслабьтесь. Представьте всю ту боль, разочарование, обиды, слезы, которые принес вам ваш бывший возлюбленный. Придайте всему этому некую форму. Ваши эмоции могут выглядеть как молнии, как иглы, как разряды электрического тока. Огонь. После этого вновь визуализируйте перед вами образ вашего партнера, как он ярко стоит перед вами. Теперь этот комок боли, этот комок огня, вашей эмоциональной ярости, игл, шпилек, передайте вашему бывшему возлюбленному. И когда он получит сие в свои руки, представьте, как его образ медленно исчезает, исчезает и расплывается, уходя в прошлое. Но это не значит, что мы там его оставим. Помните о том, что это лишь разрыв связей. Подобную практику также нужно выполнять в течение 5-7 дней. И будьте готовы к тому, что ваша энергетика изменится. Эта практика также помогает нейтрализовать энергетических вампиров. Если есть такие среди ваших возлюбленных, они почувствуют, что произошел отток энергии и могут выйти на связь, появиться, захотеть пообщаться с вами. Здесь вы уже вольны делать что угодно, то бишь вот эта вторая практика, она работает как вызов. Также я рекомендую вам проводить практику пересмотр. Ее варианты есть в интернете. Причем вариантов целое множество, поэтому я не буду делать на нее обзор, просто загуглите пересмотр. Почему важно отделяться от партнера? Во-первых, чтобы воздействовать на него, а не цеплять себя и минимизировать бинарный эффект. И помимо всего прочего, наш бывший возлюбленный, наш бывший партнер, супруг, молодой человек начинает чувствовать дискомфорт, минус. Он чувствует недостаток нас. Особенно эффективно это действует на деструктивных партнерах, нарциссах,
психопатах и так далее. Следующее. Мы должны наполнить себя энергией. Я рекомендую в первую очередь пойти на кладбище, найти семейное захоронение, которое вам понравится, на котором вам будет комфортно, принести цветы, конфеты, сладости и попросить их поддержать вас. Расскажите им свою историю. Мертвые прекрасно вас слышат. И они всегда хотят быть полезными, пока они на это еще способны, пока они еще активны. Практикуйте медитации, направленные на прокачивание женской энергии. Работайте с чакрой Анахата и Сватхистана. Работайте со своей красной энергией через взаимодействие с другими мужчинами. Женщина частично стабилизирует и трансформирует свою энергию, взаимодействуя с противоположным полом. И не обязательно это будут сексуальные связи. Простая переписка, флирт, поход на свидание, кино, ужин. Все это помогает нам трансформироваться внутри и снаружи. Также работайте над собой, работайте над своей внешностью. Помните, то, как мы себя чувствуем внутри, так мы выглядим внешне. То бишь уровень нашей сексуальной энергии равен тому, что мы транслируем в мир. То, как мы выглядим и как мы себя чувствуем. И также это отображается на нашей карьере, на наших деньгах и связях с общественностью. Также я вам рекомендую исследовать пантеон богов, определить те, которые будут интересны вам, желательно те, которые работают с энергией любви, красоты, внешности, и начать совершать свои медитативные практики и знакомства. На моем канале вы можете найти видео, как выстроить контакт с силами и с богами. Рекомендую использовать эту методику для настройки и построения качественной связи. Обратите внимание, пожалуйста, то, что все те пункты, которые я вам дала, они являются подготовительными, но они не являются основой. Они формируют наше рабочее состояние и готовность к последующей работе. Если мы хотим трансформировать какую-то определенную область, мы должны быть в ней сильны психически, физически, эмоционально и энергетически. Все это нам дают медитации, взаимодействие с богами, работа с собственной энергией и отделение от бывшего. Здесь обязательно нужно разрывать связи. Чтобы начать что-то новое, нужно всегда разрушить и сломать старое. Разрушить предыдущий сценарий. Что вы, собственно, и делаете, выполняя инструкции, те, которые я вам даю. И обратите, пожалуйста, внимание, что на то время, пока вы выполняете мои практики по разрыву связей, вы должны полностью разорвать все контакты со своим бывшим, не отвечать, игнорировать, забыть о его существовании, его просто нет. В противном случае вы будете его кормить мысленно, эмоционально, внутренне, и все ваши практики сойдут на нет. То бишь, этого человека для вас нет. Он не существует в вашей модели мира, пусть временно, можете представить, что он умер, уехал, пропал, исчез, или вам просто не до него. Главное поставить вот эту настройку и запомнить ее, смириться с ней и вложить в себя. Нужно отказаться от этого человека и с этого начинать свою качественную работу над собой. Что же, я напоминаю, что это была только подготовительная основа. Я буду выкладывать целую серию видео из любовной магии, которая будет трансформировать сию ситуацию. Благодарю вас за внимание. Желаю всего доброго. Помните о безопасности, рациональности и следуйте всегда тому, чего хочет ваше сердце. И будьте уверены и непоколебимы в своих целях. Всего доброго, желаю вам благополучия!